Коллеги, добрый день. Давайте проверим средства связи. Скажите, пожалуйста, слышно? Вот, плюсики вижу, спасибо, спасибо. Также полагаю, что меня видно. Вот, отлично, все работает. Вот, ну, подождем 11 часов. Возможно, подтянутся еще участники. Так, коллеги, здравствуйте. Сразу хочу по поводу записи сказать, что запись будет. Вот, рассылаться она будет через наши группы в Телеграме и ВКонтакте. Так что там же будут и другие записи наших вебинаров публиковаться. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, и вы не пропустите... Ну, во-первых, анонсы наших вебинаров, во-вторых, запись, и сможете посмотреть. Так, сейчас я в тестовом режиме пролистаю презентацию, чтобы понять, что все у нас загрузилось правильно, все хорошо. Так, ну, в принципе... Ну, давайте подождем, ладно, 11 часов. Не будем начинать раньше.
Да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Прибывают все новые слушатели. Сейчас будем начинать наш вебинар. Значит, как, собственно говоря, да, понятно, вебинар наш посвящен обработке персональных данных. Вот, это вебинар. Тема вообще персональных данных, она достаточно широкая. Вот, наверное, многие представляют себе ее. Вот. Поэтому, конечно же, охватить всеобъемлюще все вопросы, да, посвященные обработке персональных данных и их защите, там, в рамках одного вебинара, естественно, невозможно. Вот. Поэтому мы решили провести целый цикл вебинаров для того, чтобы все вопросы мы могли рассмотреть, осветить. Вот, мы, в принципе, уже такой цикл проводили где-то примерно год, наверное, назад. Вот, но мы, значит, учли определенные моменты, которые в прошлом цикле нам не очень понравились, мы их исправили, улучшили. Вот, ну, потом немножечко законодательство обновилось, мы, соответственно, тоже эти вопросы учли. Вот, значит. Поэтому это вебинар в цикле первый, заглавный, то есть он как бы посвящен общим вопросам. Вот, то есть как бы в целом будем рассматривать, как на предприятии организовать обработку персональных данных, как организовать их защиту, в какие-то тонкости, дебри технических, юридических, организационных моментов. Мы там в тонкости там, информационной безопасности мы погружаться досконально не будем. Наша цель это верхнеуровнево пройтись по всем требованиям, понять четко, какие нужно выполнить действия, какие нужно выполнить шаги для того, чтобы привести в соответствие, в общем-то, предприятие. Как предприятие, условно говоря, там свежесозданное, где еще ничего нету по персональным данным, так и предприятие, которое уже давно работает, возможно, уже накопился какой-то опыт, какие-то документы. Вот. Ну, собственно говоря, да, время начала вебинара подошло. Значит, давайте я представлюсь. Меня зовут Демьян Раменский. Я руководитель направления информационной безопасности в компании Корпсофт. Наша компания занимается, значит, прежде всего, мы облачный провайдер, мы предоставляем услуги, значит, облачные сервисы IaaS, PaaS, SaaS, и в том числе услуги по информационной безопасности. Вот, значит, начнем мы наш вебинар с того, что давайте проговорим план, да, для того, чтобы все понимали, примерно какая будет последовательность изложения материала. Значит, сначала мы с вами поговорим обзорно о законодательстве, о том, какое вообще законодательство сейчас есть и применимо. Потом поговорим про общие принципы защиты информации. Вот. Дальше мы уделим большое основное внимание именно 152-му федеральному закону, так как это самый главный наш нормативный акт в части обработки персданных. Пройдемся, значит, я подготовил выжимку из 152-го ФЗ, условно говоря, называется 152-й ФЗ за 15 минут. Вот. Полностью только по делу и без всякой лишней, ну, как бы такой утяжеляющей воды, да, трудной для понимания. Потом мы поговорим про
основные шаги по приведению процессов обработки персональных данных в организации к соответствию требованиям законодательства. Вот, то есть сначала мы проговорим про требования, а потом мы проговорим про пути и методы выполнения этих требований. Вот. Ну и, собственно говоря, в завершающей фазе нашего вебинара мы поговорим о том, какие есть пути, подходы к, собственно говоря, решению задач по защите персональных данных. И проведем некий анализ того, как бы, как лучше к данному вопросу подойти. Ну что ж, давайте начинать. Я думаю, уже все, кто хотел, более-менее присоединились. Вот, кто-то еще присоединится по ходу. Значит, обзор законодательства. Значит, условно говоря, можно разделить законодательство на три группы, на три части. Первая часть – это общие документы, которые регламентируют в целом вопросы обработки информации, информационных технологий, защиты информации. Например, федеральный закон 149, вот, в нем не говорится конкретно ни про персональные данные, ни про какие-то другие виды. Вот, то есть это такой вот верхнеуровневый документ. Также сюда можно причислить, значит, 188 указ президента, который утверждает перечень сведений конфиденциального характера. Вот. Ну, наверное, какие-то еще документы можно вспомнить, сюда включить. Просто мы на данном вебинаре первую группу подробно рассматривать не будем. Нас больше интересует вторая группа. Вот. Это документы, которые конкретно относятся к персональным данным. Прежде всего, это, конечно, ФЗ-152. Далее это постановление правительства номер 1119. Требования к защите персональных данных при обработке в информационных системах. Дальше у нас идет с вами 21-й приказ в СТЭК. Состав и содержание организационных и технических мер безопасности. Дальше у нас идет с вами 378-й приказ ФСБ. Тоже состав организационных и технических мер, но только при использовании криптографических средств. Дальше у нас идет с вами достаточно свежий документ, это 18-й приказ Роскомнадзора, требования к согласию на распространение персональных данных. Также мы, давайте не забудем упомянуть, 687-е постановление правительства, если не ошибаюсь, утверждающее регламент по обработке персональных данных без использования средств автоматизации. Вот, то есть различные карточки, сейфы. Это все еще, естественно, применяется. Также, наверное, стоит упомянуть 512-е постановление правительства, требования к носителям биометрических персональных данных. Вот, ну, вроде бы это все, что на первый взгляд вспоминается в части персональных данных. Вот, именно, да, возможно, что-то можно еще, 18-15. Ну, коллеги, сразу давайте я как бы по процедурному вопросу тоже два слова скажу. Я, к сожалению, не имею возможности читать и отвечать сразу в чат, да, ну, как-то вот не настолько, да, многозадачный режим у меня. Поэтому я вас прошу задавать вопросы во вкладке «Вопросы». Мы их будем рассматривать в конце вебинара. Вот, поэтому на чат я буду стараться реагировать, но если я какое-то сообщение пропущу, ну, просьба не обижаться, вот, отнестись с пониманием. Потому что, ну, немножечко отвлекает, честно говоря, чат этот. Вот, да, значит, третья группа документов – это, скажем так, отраслевые документы, которые относятся к определенным видам деятельности. Ну, например, здесь можно 187-й федеральный закон про безопасность критической инфраструктуры вспомнить, да, который относится к определенным отраслям. Транспорт, оборонка, медицина,
финансы и так далее. Вот, 911Н, приказ Минздрава по требованиям к информационным системам в сфере здравоохранения. Вот, вот, пожалуйста, пример яркий отраслевого документа. 17-й приказ в СТЭК, требования к государственным информационным системам. То есть тут еще, естественно, в этой группе еще много-много-много различных документов из различных отраслей. То есть это документы, которые устанавливаются поверх первой группы, поверх второй группы, еще какие-то отраслевые требования. Мы на сегодняшнем вебинаре рассматриваем только вторую группу. И то мы не сможем рассмотреть подробно все эти документы. Мы обратим внимание в основном на 152-й ФЗ, немножечко 1119-й и немножечко 21-й приказ СТЭК затронем. Вот, так как у нас все-таки IT-компания и... ну, как бы мы ориентируемся на предоставление облачных услуг, естественно, мы рассказываем про то, в чем у нас есть опыт, да, то про обработку без средств автоматизации 687, да, ну, к сожалению, извините, ну, значит, в данном вебинаре много мы не сможем уделить этому моменту времени. Так, ну что, двигаемся дальше. Естественно, если у нас с вами есть законодательство, то в нем есть требования. Значит, есть те, кто эти требования установил, и те, кто их проверяют. Вот в нашем случае, когда мы говорим про персональные данные, это Роскомнадзор, СТЭК и ФСБ. Значит, Роскомнадзор – это тот самый орган, который назначен, скажем так, уполномочен быть значит, органом по защите интересов субъектов персональных данных, то есть основные, ну, собственно говоря, в общем-то, проверки именно требований к персональным данным проводит Роскомнадзор, и Роскомнадзор, в общем-то, формирует, ну, как бы, основную повестку и требования в части персональных данных. А, значит, технические вопросы применения средств защиты, это регулирует в СТЭК Российской Федерации. Вот. А ФСБ занимается вопросами, связанными с криптографией. Вот. То есть такое вот разделение зон ответственности у регуляторов. Хорошо, значит, если есть регуляторы, если есть проверки, то есть, соответственно, и ответственность. Значит, ответственность, скажем так, в четырех может быть, в четырех видах. Это административная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная. Вот, соответственно, они регулируются, значит, административным кодексом, уголовным, гражданским и трудовым. Значит, по административке, значит, штраф до 18 миллионов рублей предусмотрен максимальный. По уголовному, значит, кодексу по 137 статье до 5 лет лишения свободы. Вот, я не уверен, правда, что именно там речь идет прямо о персональных данных, но, скажем так, неправомерный доступ к компьютерной информации, скорее всего, здесь имеется в виду. Значит, гражданско-правовая ответственность, это, естественно, ну, возмещение убытков, доказанных в суде, и дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, это то, что может, скажем так, наказание, которое может ожидать работников, которые не выполняют требования и так далее. То есть ответственность, она на самом деле, ну, как бы прописана, она существенная, и, естественно, никто не хочет ей быть подвергнут. Поэтому с этим грустным слайдом я предлагаю побыстрее закончить и перейти к следующему. Как этого всего безобразия избежать? Значит, вторжение в частную жизнь. Ну да, 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 тоже, в общем, да. Вот, Александр, спасибо. Значит, как всего этого печального избежать? Значит, давайте в первую очередь поговорим об основных принципах информационной безопасности. Вот, я понимаю, что многие, наверное,
ну, как бы хорошо ориентируются в теме, да, но, наверное, может быть, есть новички, поэтому быстро, быстро очень по этому вопросу пробежимся. Значит, а что такое вообще информационная безопасность? Это обеспечение трех основных как бы сущностей, да, и свойств информации: конфиденциальность, целостность, доступность. То есть конфиденциальность — это когда информация только определенному кругу лиц известна и доступна. Целостность — когда информация неизменна, то есть мы как бы уверены в том, что она не изменялась. И доступность — это когда все, кто имеет право на доступ к этой информации, могут в любой момент этим правом воспользоваться. То есть когда она все время доступна. Вот. То есть, и задача наша, как безопасников, как, в общем-то, по защите персональных данных, да, обеспечить вот эти три сущности, три свойства информации. А как это достигается, в общем, да, то есть, ну, это основополагающие самые азы. Значит, есть два таких, как бы, да, фронта борьбы, значит, да, как бы на фронте информационной безопасности. Это организационные меры и технические. Вот, одно без другого не работает. Поэтому нужно обязательно, в общем-то, решать задачи подходом и организационным, и техническим. К организационным мерам у нас относятся, ну, то есть они реализуются как, да, организационные меры, приказами, принятием положений, регламентов, инструкций и так далее. То есть это те внутренние документы на предприятии, которые регламентируют и, ну, как бы управляют процессами обработки персональных данных. Вот. А технические меры — это к ним уже относятся там антивирусы, межсетевые экраны, средства криптографической защиты и так далее. То есть технические средства. Вот. Одно без другого, еще раз повторюсь, работать не будет. Так, идем дальше. С этим все. Собственно говоря, переходим к нашему самому главному документу по защите персональных данных. 152 ФЗ. Значит, я еще раз говорю, что постарался сделать максимально короткую сжатую выжимку, и поэтому здесь как бы далеко не все, что в законе есть, только самое главное оставил. Положения принципиально важные. Значит, структура состоит он из шести глав, общие положения, это понятно, там терминология и так далее, те слова, которые законотворцы должны были сказать для соблюдения формальности. Значит, принципы и условия обработки персональных данных. Значит, потом права субъектов персональных данных и обязанности оператора. Причем вот именно как бы направление закона видно из того, что есть права субъектов и есть обязанности операторов. То есть обычно бывает так, что и права одной стороны, обязанности другой стороны. Здесь вот так вот: права субъектов, обязанности операторов. Это, ну, как бы на протяжении всего закона вот эта направленность, она очень хорошо прослеживается. То есть он заточен на защиту прав субъектов и на приведение в порядок деятельности операторов. Вот это однозначная его направленность. Вот. Ну, собственно говоря, пятая глава — это государственный контроль. Ну, и шестая — заключительные положения. Давайте быстренько пробежимся по основным моментам. Значит, естественно, что в сотый, в миллионный раз, наверное, значит, что такое персональные данные? Значит, настолько широка дана как бы трактовка определения в законе, что вот уже там закон с 6-го года, да, там, по-моему, принят, до сих пор идут обсуждения этого вопроса, что же такое персональные данные, есть различные точки зрения. Значит, коллеги, вот наше видение, да, по персональным данным, оно такое, что в интересах оператора придерживаться тоже максимально широкой трактовки. То есть, чем мы с вами больше информации отнесем к персональным данным, тем на самом деле мы себя обезопасим. Поэтому мы предлагаем исходить вот из такой концепции. Дальше, значит, ну, оператор персональных данных — это то лицо, которое устанавливает цели, методы
способы обработки персональных данных, их состав. Вот. Ну и, собственно говоря, обработка персональных данных – это любое действие с этими персональными данными. Хранение, уничтожение, любое. Все, то есть это вот основные понятия, которые хотелось бы проговорить, потому что по ним иногда бывают различные, скажем так, взгляды на их понимание. Значит, переходим к принципам и условиям обработки персональных данных. Значит, ну давайте, значит, понятно, что должна осуществляться на законной основе, то есть оператор персональных данных должен обосновывать законность обработки им персональных данных. Значит, обработка должна ограничиваться заранее определенными четкими прописанными целями. Вот, значит, заранее забегу немножечко вперед, скажу, что все организационные вопросы по персональным данным, они решаются при помощи локальных нормативных актов и организационно-распорядительной документации. Соответственно, вот эти все моменты, связанные с установкой целей, с определением методов обработки, объемов, значит, субъектов, категорий, это все должно быть отражено, прописано в наших ЛНА и ОРД. Про них мы поговорим чуть позже. Так, едем дальше. Значит, не допускается объединение баз данных, в которых хранятся персональные данные, собранные с разными целями. Вот. Такой вот есть момент, тоже достаточно существенный. Значит, содержание и объем персональных данных должны соответствовать установленным целям. Это понятно. Должны обеспечиваться точность, достоверность, актуальность. Значит, неточные данные должны удаляться или уточняться. Срок хранения не должен превышать, значит, не должны храниться они дольше, чем этого требуют цели. Вот, за исключением того момента, когда это хранение обусловлено законом, либо договором, стороной которого является субъект. Вот. И по достижении целей персональные данные должны уничтожаться или обезличиваться. Значит, это мы сейчас с вами проговорили про основные, скажем так, принципы, да, обработки, значит, основные условия, да, то есть условия, при которых оператор имеет право обрабатывать персональные данные. Значит, первое, самое главное, согласие субъекта. Тут надо учитывать, что для специальных, для категории специальные персональные данные и для биометрических персональных данных согласие должно быть получено в письменной форме. Для, значит, иных персональных данных согласие может быть получено в любой форме, которая позволит оператору подтвердить получение такого согласия. Вот, ну, мы как, скажем так, оператор дата-центра, да, очень часто сталкиваемся с задачами, как, значит, собирать персональные данные на сайте. Вот. Это, в принципе, самый удобный способ, на самом деле, получения согласий. Когда мы просто при входе на сайт или при заполнении персональных данных ставим галочку «Даю согласие», делаем ссылку на политику оператора в области обработки персональных данных. Но тут очень важно, что не просто эта галочка должна допускать до кнопки «Отправить», да, а в базу данных должна сохраняться информация об этом согласии, то есть кто дал согласие, когда дал согласие, на что дал согласие, для того, чтобы мы могли сделать распечатку из этой базы данных и показать, значит, распечатку согласий. Вот. Значит, дальше. Вот это самое главное условие обработки персональных данных, чтобы было согласие. Вместо согласия может быть, значит,
международный договор Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, судопроизводство, исполнительное производство, деятельность органов государственной власти, вот, договор, стороной которого является субъект, защита жизни и здоровья, значит, осуществление прав и законных интересов, деятельность СМИ, научная деятельность, творческая деятельность, статистические исследования, значит, медицинская деятельность в случае, если эту деятельность осуществляет профессиональная, ну, как бы медицинская организация, значит, общественное, религиозное объединение, законодательство в обороне и безопасности. Да, либо еще вариант, должно быть поручение на обработку персональных данных. Вот, ну то есть, наверное, к большинству организаций относятся и применимы прежде всего такие условия, как согласие, договор с субъектом и поручение от другого оператора. Вот. То есть мы, соответственно, должны при обработке персональных данных обосновать законность этой обработки тем, что она подпадает под одно из этих условий. Вот, и документально это подтвердить. Значит, давайте поговорим про поручение на обработку персональных данных. Опять же, будучи оператором дата-центра, мы зачастую сталкиваемся, вообще не зачастую, а всегда при размещении информационной системы в дата-центре или в облаке, мы подписываем поручение на обработку персональных данных. То есть нам оператор персональных данных поручает хранение этих персональных данных. Вот. Поэтому мы хорошо достаточно себе представляем, что должно быть в этом поручении. Вот, уже оно у нас как бы является таким отработанным документом, который выдержал там не единожды критику, правки и так далее. Значит, что должно быть в поручении оператора? Перечень действий, цели обработки, обязанность уполномоченного соблюдать конфиденциальность, обязанность уполномоченного обеспечивать безопасность персональных данных и требования к защите персональных данных. То есть вот такие эти вещи все должны быть прописаны в договоре поручении на обработку персональных данных. Что важно знать про поручение? Что получать согласие от субъектов обязан оператор, а не уполномоченный. То есть, если мы когда-то центр получили от вас на хранение персональные данные, то мы не занимаемся получением согласий. Вот. Получением согласий должен заниматься оператор. Дальше он передает эти персональные данные по поручению на хранение в дата-центр. И дальше наступает момент, когда нужно разделять ответственность за эти персональные данные. Вот важно понимать, что ответственность перед субъектом несет оператор персональных данных, а ответственность перед оператором уже несет уполномоченный. И эта ответственность должна быть в интересах прежде всего оператора, прописано в договоре поручения. Вот, это то, что касается договора поручения. Хорошо, дальше поговорим про согласие субъекта персональных данных. Значит, во-первых, оно должно быть конкретным, то есть в нем должно быть однозначно сказано, кто что разрешает, информированным. Вот, то есть мы должны четко разъяснить субъекту, с чем он соглашается, и осознанно, то есть должен субъект персональных данных сделать однозначное действие, которое можно трактовать как его, не трактовать как согласие, должно быть однозначно указано, что это согласие. То есть никакое не молчание, ни какое-то по умолчанию, ни какое-то бездействие, да, это все не может быть согласием. Только либо добровольное проставливание, информированное проставливание галочки на сайте, либо письменное согласие в письменной форме. Либо к согласию в письменной форме приравнивается согласие, подписанное электронной подписью. Вот. Что еще важно понимать про согласие? Что оно может быть отозвано? Ну, вот, наверное, про согласие все. Идем дальше.
Да, теперь сама форма согласия. Что должно быть в согласии? Фамилия, имя, отчество, адрес субъекта, его паспортные данные. Вот. Значит, наименование, адрес оператора, цель обработки персональных данных, перечень персональных данных, которые разрешается обрабатывать. Значит, должно быть указано лицо, которое обрабатывает персональные данные по поручению оператора. Значит, перечень действий, которые разрешается совершать. Срок действия согласия, способы отзыва согласия и подпись субъекта персональных данных. Да, вроде все. Ну, как мы видим, уже как бы в самом согласии субъект персональных данных достаточно значимую часть своих персональных данных предоставляет. Значит, в принципе, новшество, не помню, по-моему, 21 года, это особенность обработки персональных данных, разрешенных для распространения, то есть публикации. Вот. Статья 10.1 152 федерального закона. Вот, значит, о чем здесь говорится? Значит, во-первых, согласие на распространение персональных данных оформляется отдельно от других согласий. Должно содержать перечень персональных данных по категориям. Оператор обязан... Значит, да, если субъект персональных данных сам опубликовал свои персональные данные, сам их раскрыл, то оператор, который их обрабатывает, там, публикует или распространяет, на него ложится обязанность обосновать законность этой обработки. То есть оператор вынужден будет доказывать, что субъект сам раскрыл свои персональные данные. Значит, при... То же самое при раскрытии персональных данных в ходе какого-то правонарушения или форс-мажора, оператор, который эти персональные данные публикует, он как бы обязанность обосновывать их законность будет лежать на его плечах. В разрешении на распространение персональных данных должно быть четко прописано, что именно разрешается распространение. Значит, такое согласие может быть подано непосредственно субъектом оператору, либо через информационную систему Роскомнадзора. Я какое-то время назад специально заходил на сайт Роскомнадзора, с этой информационной системой пытался разобраться. Значит, все, что мне от нее пока удалось добиться, это то, что она выдает некую форму, где, ну, наверное, да, действительно удобно, можно это согласие получить. Вот, ну, честно говоря, вот на какую-то мегаинформационную систему мне не показалось, что эта история тянет. Ну, я надеюсь, что будет она развиваться и как-то будет ей пользоваться, действительно будет она пользу приносить. Значит, важный момент еще какой, что молчание и бездействие не могут считаться согласием. Значит, и... Оператор обязан предоставить субъекту возможность устанавливать запреты на или ограничения на те или иные действия с теми или иными своими персональными данными. И оператор обязан в трехдневный срок опубликовать условия, значит, ну, то есть информацию об согласии, об ограничениях и об условиях обработки. Вот. Ну и также, естественно, распространение персональных данных должно быть прекращено по требованию субъекта. Такое требование должно в себя обязательно включать фамилию, имя, отчество, контакты и перечень персональных данных, которые субъект просит прекратить публиковать. Значит, также от 24 февраля 2001 года приказ Роскомнадзора номер 18, такой достаточно недавно появившийся. Вот, ну, то есть, как бы возраст, год документу в части персональных данных, это считается документ более-менее свежий, потому что, я говорю, что сама тема, она еще с 2006 года развивается. Значит, форма согласия
предлагается на распространение. Ну, мы здесь видим ФИО, номер телефона, электронная почта, адрес субъекта, наименование, адрес НН-УГРН оператора, URL информационного ресурса, то есть адрес сайта, где персональные данные публикуются, цель обработки, категории, значит, ограничения на обработку персональных данных каких-то категорий, условия для передачи только внутри сети оператора и срок действия согласия. Вот, то есть, когда мы с вами согласие получаем на распространение персональных данных, нужно руководствоваться вот этой вот формой. Значит, следующее как бы условие, да, следующий момент, это трансграничная передача, вот, которая, собственно говоря, точно так же осуществляется, как другая обработка персональных данных, в случае, если страны, значит, страна, куда персональные данные передаются, является страной, как бы принявшей Конвенцию Совета Европы. А также, если эта страна из перечня, который формирует Роскомнадзор, так называемый перечень стран, обеспечивающих адекватную защиту. В случае, если мы передаем персональные данные в какие-то другие страны, да, назовем их условно неадекватными, которые не обеспечивают адекватную защиту, то обязательно требуется согласие в письменной форме, либо должен быть договор между оператором и субъектом, либо должны быть какие-то другие основания, такие как международный договор Российской Федерации, законодательство, интересы обороны или безопасности, защиты жизни и здоровья. Вот. То есть сейчас, естественно, в, скажем так, последнее время, в связи с последними известными событиями, естественно, там вопросы взаимодействия появился список недружественных государств. Вот, то есть, естественно, тенденция идет на усиление локализации обработки персональных данных на территории Российской Федерации. Появилось, я специально погуглил, поискал, думал, может быть, появилось что-то новое, что запрещает передачу персональных данных на территорию каких-то стран. Но вот нашел единственный момент, что Владимир Владимирович Путин принял, значит, указ об ограничении персональных данных в банковской сфере для передачи на территории недружественных государств. Вот. Если кто-то из посетителей вебинара знает про какие-то последние вот такие вот ограничения, то напишите, пожалуйста, будет интересно, я думаю, всем. Так, идем дальше. Идем дальше. Права субъекта, так, значит, да, это мы с вами поговорили про условия обработки персональных данных, да, про условия и принципы обработки персональных данных. Теперь давайте поговорим про права субъекта. Это большая, как бы, часть 152-го ФЗ, то есть этому моменту уделено очень, как бы, много текста в федеральном законе. Вот. Ну, я еще раз говорю, что постарался оставить только самые какие-то значимые моменты, сделать, ну, так скажем, максимальную выжимку. Значит, самое главное право, которое имеет субъект, и мы, как операторы персональных данных, обязаны ему дать возможность это право реализовать, это право на доступ к информации об обработке, значит, его персональных данных. Что относится к этому праву? То есть субъект имеет право, собственно говоря, получить от оператора подтверждение факта обработки, правовые основания и цели обработки его персональных данных,
применяемые способы, наименование места нахождения оператора, сведения о лицах, имеющих доступ к его персональным данным, сами персональные данные, источники их получения, сроки, установленные сроки обработки, значит, ознакомиться с порядком обращения к оператору, получить информацию о трансграничной передаче, а также получить информацию о лице или лицах, обрабатывающих персональные данные по поручению оператора. Вот, то есть это право субъекта на получение информации о том, как мы обрабатываем его персональные данные. Значит, естественно, что когда к нам обращается субъект, у нас есть определенные сроки, в которые мы должны уложиться с ответом. И для того, чтобы мы оперативно и корректно могли на такие запросы отвечать, у оператора персональных данных должен быть определенный документооборот и определенный учет полученных согласий, полученных персональных данных. То есть этот вопрос, он должен быть документирован, автоматизирован и так далее. Как к этому вопросу лучше подойти, мы поговорим с вами немножечко позже. А подробнее мы даже с вами поговорим на нем на другом вебинаре, который будет посвящен непосредственно разработке локальных нормативных актов и ОРД. Вот. В этом вебинаре мы этот данный вопрос немножечко бегло все-таки затронем. Вот, какие еще права субъектов можно выделить? Да, это право требовать уточнения, блокировку или уничтожение своих персональных данных. Значит, запрос субъекта должен содержать паспортные данные, сведения, подтверждающие обработку, и подпись субъекта персональных данных. Значит, тоже для компаний, которые занимаются коммерческой деятельностью, важный момент – это то, что запрещается обработка персональных данных в целях продвижения продуктов и услуг на рынке без предварительного согласия субъекта. То есть, в принципе, какие-то рекламные обращения, такие спамового характера, да, это нарушение однозначное. Когда мы обращаемся персонально к какому-то субъекту. Значит, субъект вправе обжаловать действия или бездействия оператора в Роскомнадзоре или суде. И субъект имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке, в случае, если такой вред и убытки будут доказаны. Значит, переходим к обязанностям оператора. Что, значит, должен оператор обеспечивать? Значит, предоставлять субъекту информацию об обработке его персональных данных, разъяснять юридические последствия отказа от предоставления персональных данных в случае, если данные должны быть предоставлены в силу требований законодательства. Если персональные данные получены не от субъекта персональных данных, то мы должны предоставить субъекту наименование, адрес оператора, цель обработки, правовое основание, значит, предполагаемые пользователи этих персональных данных, разъяснить права субъекта и обозначить источники получения этих персональных данных. Вот. И, значит, очень важная обязанность оператора – это оператор обязан обеспечить обработку персональных данных на территории Российской Федерации. То есть мы обязаны размещать первичные базы данных, в которых хранятся персональные данные, на территории Российской Федерации. Это ни в коем случае не запрет трансграничной передачи, это ни в коем случае не запрет хранения, в принципе, за рубежом персональных данных. То есть мы резервные копии можем хранить
за рубежом. Мы какие-то резервные служебные вспомогательные базы можем хранить за рубежом, но первичная база данных, куда мы собираем персональные данные, она должна храниться на территории Российской Федерации. Меры, направленные на обеспечение операторам своих обязанностей. Значит, ну, тут стоит отметить, что, значит, оператор обязан сам определить и принять необходимые и достаточные меры. Вот, необходимые и достаточные для того, чтобы обеспечить, скажем так, выполнение требований законодательства и обеспечить безопасность персональных данных. То есть определяем эти меры мы сами. Вот. Но проверяет их выполнение Роскомнадзор. Значит, к таким мерам может относиться и должно относиться, значит, назначение ответственного за организацию обработки персданных на предприятии. Для этого мы должны выпустить организационно-распределительный документ, приказ о назначении ответственного, и написать для него инструкции и ознакомить его с этими инструкциями. О содержании приказа и об инструкциях мы поговорим с вами на вебинаре, который будет посвящен разработке ЛНА и ОРД. Вот, также, немножечко забегая вперед, я вам скажу, что будет дана ссылка на скачивание комплекта шаблонов организационно-распределительных документов, где есть этот приказ и где есть эта инструкция. Ближе к концу вебинара такая ссылка будет дана. Соответственно, назначаем ответственного, дальше разрабатываем и публикуем политику оператора в области обработки персональных данных. При разработке политики рекомендуется воспользоваться рекомендациями Роскомнадзора, которые можно найти на его сайте. А также есть шаблон такой политики, который можно будет скачать с нашего сайта по ссылке, которую мы опубликуем чуть позже. Дальше. Значит, меры, да, к таким мерам по обеспечению выполнения оператором своих обязанностей, да, относится разработка, собственно говоря, локальных нормативных актов и организационно-распределительных документов, правовые организационные и технические меры, внутренний контроль и аудит процессов обработки персональных данных, оценка возможного вреда субъектам персональных данных и ознакомление работников с законодательством и локальными нормативными актами. Все эти меры должны быть, во-первых, регламентированы документально, то есть должны быть по ним локальные нормативные акты, а также их реализация должна быть документально зафиксирована организационно-распределительными документами и учетными. То есть должны быть журналы. Если мы говорим про ознакомление работников, должны быть журналы, где работники расписываются об ознакомлении. Если мы говорим про оценку возможного вреда, должен быть акт или заключение об оценке возможного вреда и так далее. То есть по каждой мере у нас должен быть документ о том, что это, как она регламентируется, и о том, что это действительно мера была выполнена. И очень важный момент, который здесь прописан, оператор обязан предоставить в Роскомнадзор по запросу свои локальные нормативные акты и организационно-распределительные документы. Вот, также это первое, что запрашивает Роскомнадзор при проведении проверки. Хорошо. Дальше переходим к мерам по обеспечению безопасности персональных данных. Это статья 19. Еще раз напомню один из слайдов, которые были в начале. Что такое безопасность? Конфиденциальность, целостность, доступность. Вот что такое безопасность персональных данных. Для того, чтобы обеспечить эту самую безопасность, мы должны разработать модель угроз. Для этого существует методика ВСТЭК. Она опубликована на сайте ВСТЭК. Это отдельная большая тема. Мы подробно рассматривать модель угроз сейчас не будем. У нас на эту тему будет отдельный вебинар. Вот. Методика достаточно свежая, поэтому, ну, я думаю, что многим будет интересно ознакомиться.
Дальше. Определение уровня защищенности, которое выполняется в соответствии с 1119 постановлением правительства, который, исходя из четырех, ну, в общем, исходя из достаточно большого количества параметров, а мы о них поговорим еще сегодня, устанавливает четыре уровня защищенности. Вот, четвертый УЗ самый простой, как бы самый легкий уровень защищенности, да, первый УЗ самый высокий уровень защищенности. Дальше, необходимо выполнить меры организационные и технические согласно приказу в СТЭК номер 21, который устанавливает как бы перечень и содержание мер безопасности. И такой же аналогичный, да, достаточно похожий приказ ФСБ 378. Это тоже меры и состав мер безопасности, но с применением криптографических средств. Вот. Криптография применяется всегда при передаче персональных данных через открытые каналы связи. То есть в случае, если информационная система размещается в дата-центре, то 100% уже здесь по умолчанию будет криптография. Вот. Только если у нас и сервер, и рабочие места находятся в офисе, который является контролируемой зоной, и мы можем физические меры безопасности предпринять, да, то есть поставить, условно говоря, около каждой розетки, около каждого кабеля охранника и так далее, видеонаблюдение, то здесь можно обойтись в пределах контролируемой зоны без криптографии. Если у нас передача персональных данных выходит за рамки контролируемой зоны, то никаких других средств, кроме как криптографических, на сегодняшний день предложено быть не может. Значит, дальше у нас с вами идет это выполнение требований к биометрическим носителям персональных данных, 512-е постановление правительства. Применение сертифицированных средств защиты информации. Вот, то есть, ну, на самом деле, 152 ФЗ написано, или в 21-м приказе в СТЭК, а может быть даже и там написано, что средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия. Вот. Значит, ну, в СТЭК на это говорит, что на самом деле не обязательно, чтобы это было сертифицировано, можно в другой форме подтвердить оценку соответствия. Вот, но ФСБ, например, оно четко однозначно указывает на то, что только сертифицированные СКЗИ должны применяться. Вот, поэтому, ну, естественно, если есть сертифицированные средства защиты, то для защиты персональных данных лучше применять сертифицированные. Вот, если же мы говорим уже об отраслевых требованиях, такие как ГИСы, ну, в других отраслевых документах, мы можем видеть, что и СЗИ должны быть тоже обязательно сертифицированные. Вот. У нас, чем хорошо в нашем дата-центре, то, что у нас большой выбор этих сертифицированных средств имеется, а мы их предоставляем техническую поддержку, то есть настройку, установку, настройку, техническую поддержку обеспечиваем. Вот. И, соответственно, у них актуальные все документы есть, сертификаты и так далее. Значит, следующий момент, следующая мера, да, которую мы обязаны как оператор выполнить, это оценка эффективности принимаемых мер, вот, которая может быть выполнена в форме либо добровольной аттестации, либо приема сдачных испытаний системы защиты информации. Вот. Об этом тоже мы поговорим поподробнее на отдельном вебинаре, который будет посвящен разработке системы защиты персональных данных. Также мы должны проводить учет машинных носителей, обнаружение атак и регистрацию компьютерных инцидентов. Обязательно должны осуществлять резервное копирование персональных данных для возможности их последующего восстановления. Установку правил доступа к персональным данным. И учет, то есть учет логирования всех действий с персональными данными, которые совершаются. Вот, либо проще всего делать на уровне СУБД, на уровне, значит, операционной системы, на уровне
самой информационной системы, то есть прикладного программного обеспечения. То есть в любом случае каким-то образом учет действий с персональными данными должен фиксироваться, должны вестись соответствующий журнал или, по айтишному говоря, логи. И контроль за принимаемыми мерами. Вот, то есть это те меры безопасности, которые мы по 152-му федеральному закону должны выполнять. Причем мы должны, первое, это их регламентировать, описать в локальных нормативных актах. Второе, в организационно-распределительных документах мы должны их ввести приказами в действие, должны учитывать в журналах. То есть мы должны выполнение всех этих обязанностей своих, всех этих мер, мы должны иметь возможность документально подтвердить. Вот. Значит, что мы, как мы обязаны обрабатывать запросы от Роскомнадзора и от субъектов? Значит, на ответ на запрос Роскомнадзора или на ответ субъекту персональных данных дается 30 рабочих дней. На запрос об уточнении или об удалении персональных данных дается 7 рабочих дней. Значит, в случае, если мы в федеральном законе найдем формальные причины для отказа, мы можем отказать субъекту в выполнении его запроса, но такой отказ должен быть мотивированный, обоснованный и так далее. Вот, значит, естественно, что для того, чтобы при достаточно большом количестве персональных данных, при достаточно большом количестве субъектов, если мы обрабатываем, если к нам более-менее регулярно приходят такие запросы, то необходимо вести журнал регистрации запросов, необходимо вести в этом журнале, отмечать, скажем так, факт реагирования на данный запрос, отмечать, значит, ответ субъекту. Вот, в нашем комплекте проектов организационно-распределительных документов, на которые мы дадим чуть позже ссылку, есть, должен быть во всяком случае, форма журнала регистрации запросов операторов, а также регистрации запросов контролирующих органов. Значит, обязанности операторов персональных данных по устранению нарушений. Значит, при выявлении неправомерной обработки или неточности оператор обязан заблокировать персональные данные на период проведения проверки. Значит, на уточнение персональных данных отводится 7 рабочих дней. Как мы уже говорили раньше, срок прекращения неправомерной обработки 3 рабочих дня. Если обеспечить правомерность обработки персональных данных не получается, невозможно, то оператор обязан уничтожить такие персональные данные в срок до 10 рабочих дней. Об устранении нарушений оператор обязан уведомить субъекта или контролирующий орган, Роскомнадзор в данном случае. При достижении цели обработки оператор обязан уничтожить персональные данные в 30-дневный срок, если продолжение обработки персональных данных не, скажем так, не требуется в связи с исполнением законодательства. Продолжать храниться. Уведомление об обработке персональных данных. Значит, мы, как оператор персональных данных, обязаны уведомить Роскомнадзор о том, что мы начали или собираемся начать обрабатывать персональные данные. Значит, есть в законодательстве исключения, в которых можно не
а случаи, в которых можно не уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных. Какие, значит, это исключения? Если мы обрабатываем персональные данные в соответствии с трудовым законодательством, а если мы, значит, обрабатываем персональные данные в связи с заключенным договором с субъектом, если, значит, мы являемся общественным объединением или религиозной организацией, если обработка, значит, если распространение персональных данных разрешено оператором, то есть если у нас есть согласие соответствующее, если персональные данные включают только ФИО, в целях пропуска субъекта на территорию предприятия, то есть, условно говоря, там бюро пропусков, значит, обработка в государственных информационных системах, обработка без использования средств автоматизации, ну и в иных случаях, предусмотренных законодательством. Значит, опять же, наша рекомендация не стараться как-то уклониться, избежать подачи уведомления в Роскомнадзор. Потому что на самом деле вот это вот эти ограничения, которые сейчас я только что перечислил, они накладывают очень как бы большие ограничения на деятельность предприятия. То есть у нас не могут нормально работать ни продавцы, ни маркетинг. Вот, то есть, ну, какие-то другие там бизнес-процессы с персональными данными мы не можем легитимно построить. Не нужно совершенно бояться подачи уведомления такого в Роскомнадзор. Это не значит, что вы к вам там сразу придут, будут что-то вам нехорошее делать, предлагать. Вот, лучше наоборот выполнить все требования, либо же там их там выполнить, начать, ну, условно говоря, там основные требования выполнить, и уже можно подавать достаточно смело уведомление в Роскомнадзор, потому что, ну, в случае, да, если что-то будет у вас не совсем корректно заполнено, ну, максимум к вам придет запрос от Роскомнадзора, у вас будет там 30-дневный срок на то, чтобы на него отреагировать, вот, какие-то вещи поправить, устранить, вот, поэтому, ну, как бы вот наша позиция заключается в том, что не нужно бояться быть включенным в реестр, как бы, операторов персональных данных, а лучше, наоборот, как бы стремиться в этот реестр попасть и тем самым, как бы, снять достаточно много, большое количество вопросов, потому что зачастую, значит, скажем так, сотрудники Роскомнадзора мониторят интернет, мониторят сайты, и если они увидят, что по факту персональные данные собираются и обрабатываются, то есть если есть личный кабинет, там форма обратной связи, а, допустим, этой компании нету в реестре, то это, естественно, сразу как бы повод для того, чтобы задать вопрос: ребята, почему вы в интернете персональные данные собираете, а в реестре вас нет? Так, идем дальше. Значит, уведомление. Что, значит, теперь давай поподробнее немножечко поговорим об уведомлении. Что в нем должно быть? Значит, сразу хочу сказать, что подавать его достаточно удобно. На сайте Роскомнадзора есть специальная форма, там все хорошо, удобно заполняется. Вот. Единственное, возникает вопросы, что писать в некоторых местах, потому что там нужно указывать меры безопасности, которые мы применяем, нужно указывать технические средства, криптографические средства. Не имея по-хорошему проекта на систему защиты персональных данных или паспорта информационной системы, не имея организационно-распорядительной документации, да, то есть организация, которая на самом деле не выполнила технические и организационные меры, она корректно и, ну, нормально заполнить это уведомление не сможет, будет просто нечем. Вот. Поэтому, именно поэтому лучше сначала все меры выполнить, у вас тогда появится огромное количество информации и документов, из которых вы с легкостью возьмете, ну, как бы, данные для заполнения этого уведомления. Что в этом уведомлении должно быть? Значит, ну, наименование, адрес оператора, цель обработки персональных данных, категории персональных данных, категории субъектов персональных данных, правовые основания, перечень действий, описание способов обработки, меры по обеспечению выполнения обязательств оператора, меры по обеспечению безопасности персональных данных. Вот как раз то, о чем я говорил. Здесь же, по-моему, и перечень СЗИ и СКЗИ нужно указывать. ФИО,
и контакты ответственного за обработку персональных данных, дата начала обработки, сроки и условия прекращения, сведения о трансграничной передаче, местонахождение базы данных. То есть, если у вас где-то в ЦОДе размещается, вы должны указать адрес ЦОДа. Сведения об обработке, так, сведения об обеспечении безопасности персональных данных. Дублируется, видимо, что ли. Так, да, и в случае изменения каких-то данных, которые, значит, в случае изменения их актуальности, но мы обязаны уведомить об этом Роскомнадзор, внести изменения в уведомление. Все, с этим понятно. Уведомление подается через сайт Роскомнадзора. Значит, раз уж мы поговорили о назначении ответственного, то какие требования к ответственному за организацию обработки персональных данных на предприятии? Значит, ответственный должен подчиняться непосредственно исполнительному органу. Оператор обязан предоставить ответственному данные для подачи уведомления. Ответственный обязан осуществлять внутренний контроль, значит, соответствие процессов обработки персональных данных законодательству, доводить до работников положение законодательства и локальных нормативных актов, организовывать прием и обработку запросов субъектов персональных данных и уполномоченного органа, то есть Роскомнадзора. Вот, значит, наконец мы с вами, коллеги, прошли целиком, проговорили, значит, 152-й федеральный закон, основные положения, и дальше дело пойдет быстрее, веселее. Как бы мы будем говорить про реализацию требований этого федерального закона. Значит, основные шаги, которые нужно выполнить для того, чтобы реализовать те требования, которые мы с вами проговорили. Значит, первое, назначение ответственного, ну, естественно, с этого стоит начать, это назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. Приказ, инструкция. Значит, дальше необходимо провести обследование процессов обработки персональных данных на нашем предприятии. Выявить все процессы, кто в них задействован, какие персональные данные обрабатываются, понять, есть ли какие-то локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы, каких не хватает и так далее. Дальше идет обследование информационных систем предприятия на предмет выявления информационных систем персональных данных. То есть обследование процессов и обследование информационных систем – это разные вещи. Тут важно не путать. То есть в процессе обследования процессов обработки персональных данных мы как раз выявляем информационные системы, в которых они обрабатываются, а дальше мы уже собираем информацию об этих информационных системах. Разработка модели угроз, определение требуемого уровня защищенности для каждой информационной системы, определение набора мер безопасности, разработка локальных нормативных актов и ОРД, значит, разработка ТЗ на систему защиты, проектирование системы защиты, внедрение системы защиты, обучение пользователей, оценка эффективности принимаемых мер, подача уведомления в Роскомнадзор. И с определенной периодичностью мы должны проводить опять аудит наших процессов, наших информационных систем на предмет выявления, не появились ли у нас новых процессов, не появились ли у нас новые информационные системы для того, чтобы вот эта наша документация, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы, техническая документация, инструкции, чтобы это всегда было в актуальном состоянии и отвечало тем процессам, которые у нас на предприятии есть, и тем информационным системам, которые мы используем. То есть один раз все это сделать, это недостаточно. Это процесс длительный, постоянный, итерационный. Давайте немножечко поговорим поподробнее, по каждому пробежимся шагу.
Значит, первый шаг – это обследование. Как я говорил, важно не путать обследование процессов и обследование информационных систем. Значит, на этапе обследования процессов мы проводим анализ имеющихся документов, проводим интервьюирование работников, кто как, зачем обрабатывает персональные данные, кто имеет доступ. Проводим обследование территорий и помещений на предмет, значит, определения контролируемой зоны, а также мест хранения персональных данных. Значит, целью этого этапа является выявление процессов обработки персональных данных, определение ответственных за эти процессы, выявление допущенных лиц, выявление и категорирование обрабатываемых персональных данных, значит, определение и категорирование субъектов персональных данных, то есть чьи персональные данные мы обрабатываем, и выявление информационных систем персональных данных. Вот, на самом деле вопрос это очень интересный, потому что в многих проектах, да, которые, ну, скажем так, доводилось вести по приведению в соответствие, значит, изначально заказчик говорил, что да, у нас не так много этих информационных систем персональных данных, их там одна или две, и их вообще можно объединить в одну. Вот, а потом, ну, это, правда, было достаточно крупное предприятие, было выявлено 120 информационных систем отдельных. Вот. Ну, их, естественно, пришлось как-то группировать, как-то объединять. Вот. Но, в принципе, к информационным системам может относиться как сайт, терминальный сервер, где хранятся документы вордовские, экселевские, 1С, значит, кадровая служба, отдел продаж, отдел маркетинга, то есть то же самое, там, бюро пропусков и так далее. Информационных систем на предприятии много. Вот. И далее по каждой информационной системе необходимо провести обследование. Где она размещается, как размещается, опять же, анализ документации, интервьюирование работников, обследование серверных помещений, обследование рабочих мест. Вот, какие цели преследуются, значит, определение, как бы, серверного и сетевого оборудования задействовано, значит, определение состава автоматизированных рабочих мест, значит, определение прикладного и системного программного обеспечения, которое применяется, значит, выявление используемых технологий, протоколов передачи данных и так далее. То есть для того, чтобы в итоге мы могли построить, значит, выявление, определение используемых криптографических средств, средств защиты информации, вот, для того, чтобы в итоге мы могли построить, значит, понятную, четкую схему по каждой, ну, информационной системе и могли для нее спроектировать систему защиты. То есть сначала сформировать требования, потом спроектировать систему защиты. Идем далее. Значит, после того, как мы выявили информационные системы, для каждой информационной системы мы должны разработать модель угроз. Вот. Естественно, что модель угроз может включать в себя несколько информационных систем, но, то есть, не должно остаться такой информационной системы, для которой не разработана модель угроз. Значит, разработка модели угроз – это задача не типовая, нету какого-то шаблона, который можно подогнать. Вот. И есть методика, которая опубликована на сайте в стек, есть база данных угроз в стек, которая опубликована БДУ, из которой берется информация. Значит, в рамках данного вебинара я могу озвучить, наверное, только три основные этапа, да, которые нужно пройти. Это определение негативных последствий, определение объектов воздействия и оценка возможности реализации угроз. То есть целью моделирования угроз является выявление актуальных угроз, именно от которых мы и будем защищаться. Вот. Моделированию угроз у нас будет посвящен отдельный вебинар. Пожалуйста, следите за новостями в наших каналах, в нашем телеграм-канале и на
на странице во ВКонтакте. Так, после того, как мы разработали модель угроз, а вот тут на самом деле небольшая неточность. Мы сначала должны определить уровень защищенности. То есть тут слайды местами неправильно нужно поменять. Сначала мы... А, нет, я прошу прощения, да, все правильно, все нормально. Да, сначала мы определяем модель угроз. Когда мы понимаем, какой у нас тип актуальных угроз, мы можем переходить к определению уровня защищенности. Уровень защищенности определяется в соответствии с 1119 постановлением. Вот. А, значит, как это сделать? Ну, в принципе, понятно, на самом деле, из таблицы. Вот. Но подробно об этом сейчас мы поговорить не можем. Скажу только, что и существует 4 уровня защищенности. 1, 2, 3, 4. Первый – это самый защищенный. Четвертый, ну, как бы самый легкий уровень защищенности. Меньше всего требуется мер. Значит, определив уровень защищенности, мы формируем акт определения уровня защищенности, собирается комиссия, этот акт подписывает, мы присваиваем, допустим, нашей информационной системе третий уровень защищенности, ну, к примеру. Что мы потом с этим уровнем защищенности делаем? Мы переходим, да, ну, во-первых, в 1119 постановлении есть требования к защите персональных данных для каждого из этих уровней. Мы должны их выполнить, эти требования, и документально подтвердить. Вот. Но сейчас мы их подробно рассматривать не будем, тоже этому будет посвящен отдельный вебинар. А, приказ, значит, дальше мы переходим к 21-му приказу в стек, в котором приведены больше сотни, наверное, мер, как организационных, так и технических по защите информации. И для каждого из 4 уровней защищенности определен базовый набор мер. Вот здесь их привести, естественно, не представляется возможным, потому что там несколько страниц, длинный достаточно перечень. Вот. Значит, 15 групп мер. Ну, коротенько просто. Идентификация, аутентификация субъектов, управление доступом, значит, ограничение программной среды, защита машинных носителей, регистрация событий безопасности, антивирусная защита, обнаружение вторжений, контроль-анализ защищенности, обеспечение целостности, обеспечение доступности, защита среды виртуализации, защита технических средств, защита каналов связи, выявление инцидентов и управление конфигурацией. Вот, 15 групп мер. Для каждого из уровней защищенности есть свой базовый набор. Для первого УЗ мер больше, для четвертого УЗ мер меньше. Дальше, когда мы составили для себя перечень мер, которые мы должны реализовать, мы можем переходить к реализации системы защиты информации, которая состоит из организационных и технических мер. Повторюсь еще раз. Значит, организационные меры выполняются путем разработки и принятия локальных нормативных актов и организационно-распределительных документов, которых в зависимости от размера предприятия и количества, ну и, собственно говоря, процессов, да, обработки персональных данных, этих документов может быть, ну, разное количество. Наверное, там минимальное какое-то количество документов в районе 30, да, там, ну, были проекты, в которых там, наверное, где-то около 70 документов нужно было разработать. Значит, поэтому здесь вот приведен примерно некий такой среднестатистический, самый такой усредненный перечень документов, да, который есть на нашем сайте опубликованный, его можно скачать. Вот. И, собственно говоря, задача данных документов – это первое, регламентировать выполнение обязанностей. Мы могли быстро открыть необходимые документы, найти информацию, на запрос ответить. И когда к нам придет проверка, мы, соответственно, эти документы предъявим и в лучшем случае у проверяющего
он уйдет ни с чем, расстроенный, не сможет нам даже написать никакое замечание или предписание. Так, значит, это организационные меры. Дальше у нас технические меры. Собственно говоря, по каждой мере из 21-го приказа в стек мы подбираем технические средства защиты информации. Это могут быть сертифицированные операционные системы, наложенные средства защиты, такие как Secretnet, Studio или Secretnet LSP. Значит, это могут быть программные продукты, ну, как бы антивирусная защита. Мы у себя используем в дата-центре. Значит, если говорить о сертифицированных системах, ну и вообще как бы об импортозамещении, да, сейчас, в принципе, в связи с последними событиями, как бы, так помягче сказать, Microsoft, да, компания уходит некоторым образом с рынка, да, поэтому мы сейчас делаем упор на российские программные продукты, такие как Alt Linux, Astra Linux, роса, на российские программные продукты для офисные приложения и так далее. Вот, в принципе, достаточно большой перечень в реестре российского ПО программных продуктов есть, и многие даже из них вполне хорошо работают и на сегодняшний момент достаточно являются зрелыми продуктами, да. Ну, например, вот там, если говорить об операционных системах, то Astra Linux вполне отличная, я считаю, операционная система, и в комплект ПО к ней входит, ну, как бы офисные пакеты, которые, ну, в принципе, все функции Microsoft выполняют. Вот, тоже, собственно говоря, в нашем дата-центре можно эти сертифицированные программные продукты получить. Можно получить средства защиты наложенные, можно получить сертифицированные антивирусные средства, средства обнаружения вторжений, сканеры защищенности обнаружения уязвимостей. Значит, есть у нас сертифицированные средства резервного копирования, средства защиты среды виртуализации. Вот. Есть, конечно, у нас и сертифицированные средства криптографической защиты. Вот. То есть, собственно говоря, при выполнении мер 21-го приказа мы должны фактически спроектировать в техническом плане систему защиты. Вот. Если, естественно, у нас достаточно простая система, которая состоит из одного там терминального сервера или там сервера 1С или сайт это какой-то, то можно применять некие там типовые наработки, шаблоны, да, которые у нас там в большом количестве имеются. Но если система достаточно большая, там сложная, состоит там не из одного сервера и там является, например, распределенной, то без, скажем так, проектирования, полноценного проектирования системы защиты тут уже не обойтись. Вот, это все тоже можно сделать. У нас для этого есть лицензии, в общем-то, в стек на разработку и эксплуатацию систем защиты. Хорошо, значит, мы разработали систему защиты персональных данных, в которую входят организационные меры, технические, СКЗИ, значит, СЗИ. Что нам дальше делать? Просто так сама эта система работать не будет. И с ней должны работать люди. Вот, то есть наши работники нашего предприятия. Для этого нам нужно их обучить. Нужно довести до них требования законодательства, нужно довести до них инструкции, локальные нормативные акты, нужно довести до них инструкции по работе с информационными системами, со средствами защиты. Вот. Тогда это все будет работать. Иначе это все будет, эта система защиты будет лежать мертвым грузом и работать не будет. Вот. Ну, собственно говоря, здесь, я думаю, понятно. После того, как мы
создали систему защиты, обучили работников, разработали документы, мы должны провести оценку эффективности принимаемых мер. Вот. Для этого существуют две, скажем так, процедуры. На самом деле, возможно, их и больше, да, но наиболее распространенные две. Это, значит, оценка эффективности в форме приема сдаточных испытаний системы защиты информации, в ходе которой мы разрабатываем программу методики испытаний, ну, собственно говоря, проводим сами испытания, оформляем протокол испытаний, заключение выдаем. Либо это в форме добровольной аттестации. Вот. То есть аттестация информационной системы, она обязательна только для государственных информационных систем, ну а также есть ряд отраслевых случаев, когда заказчики вынуждены оформлять такой аттестат, в основном для взаимодействия с ГИСами. Вот. Значит, в других случаях может быть в форме добровольной аттестации, либо приема сдаточных испытаний. Либо есть такая форма, как пентест. Вот. То есть это когда, условно говоря, специалист по информационной безопасности пытается смоделировать действия злоумышленника, то есть ищет уязвимости и пытается их проэксплуатировать. Вот. Для веб-приложений весьма и весьма рекомендованная мера. Идем дальше. Теперь, наконец-то, мы можем смело переходить к подаче уведомления Роскомнадзору. У нас разработан комплект документов, у нас есть спецификация на средства защиты сертифицированные. То есть мы можем, у нас есть вся информация для того, чтобы это уведомление заполнить. И, в принципе, вопросов скорее там не возникнет, но для наших клиентов, кто у нас размещает свои информационные системы и приобретает услуги по защите информации, мы как бы даем, оформляем рекомендации по заполнению этого уведомления, предоставляем необходимую информацию, необходимые документы. Вот. Ну, в принципе, ну, вопросы возникают, но они однозначно решаются. И следующий, как бы последний, в принципе, шаг на пути к достижению соответствия. То есть, на самом деле, соответствие мы уже, получается, достигли. Но теперь необходимо проводить периодический контроль и аудит процессов обработки персональных данных именно для того, чтобы всю эту систему, систему защиты держать в актуальном и боеспособном эффективном состоянии. Вот. Ну, здесь рекомендации как бы для разных предприятий там, они могут быть разные, периодичность, ну, где-то так в среднем вот год, три года, вот примерно в таких диапазонах рекомендуется проводить аудит процессов обработки персональных данных. Вот, ну, коллеги, смотрите, мы с вами, в принципе, проговорили, ну, может быть, действительно, верхнеуровнево, там, не вдаваясь во многие, в общем-то, детали, но, в принципе, мы проговорили все требования и все шаги для того, чтобы эти требования выполнить. Значит, какие есть у операторов персональных данных пути и, скажем так, подходы для выполнения этих требований, да, то есть можно, естественно, там создать у себя отдел информационной безопасности, нанять специалистов, которые разработают системы защиты, будут эксплуатировать СЗИ, СКЗИ, вообще, в принципе, ответственный за организацию обработки персональных данных. По-хорошему, это должен быть отдельный человек на предприятии, потому что объем работы, если его делать добросовестно, очень большой будет. Вот, то есть, либо как бы самому становиться такой некой IT-компанией, да, либо нанять разово на
выполнения этих работ интегратора. Ну да, это безусловно придут грамотные как бы компания с лицензией, разработает комплект документов, вот, ну, они как бы все это оставят, уйдут, и вам придется как бы с этим комплектом документов жить, его придется поддерживать, и средства защиты придется поддерживать, держать в актуальном состоянии. Либо есть, ну, как бы, да, там, третий путь, он на сегодня, наверное, наиболее прогрессивный, да, это облачный подход, когда мы получаем, как бы, информационную безопасность как услугу, мы получаем, значит, средства защиты как услугу, программное обеспечение как услугу, и мы получаем, как бы, и установку, настройку, техническую поддержку всех этих вещей от, от поставщика облачных услуг. То есть мы, во всяком случае, в этом видим свое, как бы, ну, как бы свой путь, да, вот, как бы свой бизнес. И мы провели, естественно, так как мы хотим предлагать услуги востребованные, да, на рынке, которые людям приносят, как бы, ну, пользу, да, которым, как бы, оправданы, значит, провели некий такой вот сравнительный анализ вот этих трех путей, то есть сами с привлечением интегратора и облачный подход. Значит, и в качестве критерий мы выбрали три самые главные критерия, да, такие самые оправданные: время, деньги и качество. Вот. Ну, понятно, что сами мы можем, безусловно, все сделать. Если у нас есть время, если есть средства, деньги, мы можем нанять людей, либо разобраться сами. Вот. Но мы на это потратим, безусловно, достаточно большое количество времени. Если мы, конечно, не IT-компания. Вот. И не компания, которая занимается профессиональной информационной безопасностью. Потратим достаточно много времени. Мы потратим, в принципе, достаточно большое количество денег. Да, ну, смотрите, интегратор, он тоже сделает быстро эту работу по приведению в соответствие, но он сделает медленнее все-таки, чем облачник, потому что интегратору нужно будет разрабатывать проект, нужно будет закупать эти средства, нужно будет их вводить в эксплуатацию, прикручивать. Вот, это все равно дольше. У нас, как у облачников, есть уже готовые типовые решения, есть уже разработанные типовые документы. В облаке прикрутить средства защиты информации гораздо быстрее, это занимает, ну, буквально считанные часы. Вот, поэтому по срокам реализации проекта однозначно облако выигрывает. По деньгам. Значит, если мы делаем все сами, то мы должны будем купить себе средства защиты, мы должны будем платить зарплату сотрудникам, значит, специалистам по информационной безопасности. Если мы предприятие не айтишное, они нам, в принципе, в штате, ну, на самом деле... Хотя сейчас по последним требованиям, которые были приняты в связи с специальной, значит, военной операцией, государственные компании обязаны создать у себя IT-отдел и в нем выделить, значит, иметь IT-специалистов. Вот, ну, если у нас, как бы, на это требование на нас не распространяется, у нас такого нет, то мы можем нанять интегратора. Ну, интегратор, естественно, он единоразово возьмет больше там денег, да, а облачный подход, он выгоден тем, что средства защиты, достаточно дорогостоящая вещь, они разделяются, их стоимость разделяется на пользователей облака. То есть, в принципе, получается, по итогу, в течение там нескольких лет, стоимость владение, ну, как бы облачной инфраструктурой, получается дешевле. Вот. Ну, и как бы критерии качества, тут, ну, как бы сложно сказать, наверное, кто, да, круче, там, интегратор или облачник, ну, мы не беремся судить. И у и того, и у другого есть лицензии, есть прошедшее обучение сотрудники, да, поэтому мы будем считать, что, как бы, качество работ будет одинаковое. Вот. Ну, наверное, если мы будем своими силами, то
пока мы не достигнем там определенного опыта, да, наверное, качество будет пониже. Вот, поэтому, ну, естественно, каждая, как бы, компания сама решает, какой избрать путь, какой избрать подход. Вот, ну, примерно вот качество, как бы, критерии сравнения вот такие вот, то есть вы можете сами для себя вполне проанализировать и подумать, что вам выгоднее, интереснее и так далее. Значит, единственное, хочу сделать такое замечание, что если вы выбираете, скажем так, поставщика услуг внешнего, у него обязательно должны быть лицензии в стек на техническую защиту информации и ФСБ на работы, связанные с криптографией. Вот. Если мы выбираем облачное решение, то должна быть еще лицензия Роскомнадзора на услуги по телематике. Вот это критерий выбора поставщика услуг. Наверное, есть и другие какие-то критерии, да, но это вот обязательные требования. Собственно говоря, коллеги, вебинар наш на этом, ну, как бы, теоретическая часть доклада окончена. Вот, мы готовы предоставить всегда какие-то консультации, ответить на вопросы. Вот, пожалуйста, обращайтесь. Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, на наш телеграм-канал, на нашу группу во ВКонтакте, для того, чтобы не пропустить наши следующие вебинары, а также иметь возможность получать какие-то, скажем так, информационные сообщения от нашей службы маркетинга. Так, ну что?